Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем проходить Дед Спасе первого. Так, мы остановимся на этом моменте. Вот. Сейчас скажу, что мы тут делали. Нам нужно вон туда было пройти. И там были монстры, да. Поэтому, Саш, поудобнее там кушать, пить, еще кто любит, пледик обязательно. Вот, хорошее настроение. Нет, я надеюсь, оно вам поднимет это видео настроение. В принципе, все. Саш, поудобнее, еще раз приятного просмотра. Мы начинаем. Экс, короче говоря, знаете, что надо сделать? Здесь нужно купить 100% хпшки. Вот 100%, блять. Потому что и. Да. Да. Блять, ну такое, кстати говоря. Это уже такое. Бля, ну такое, кстати, такое. Честно говоря, реально такое. Ладно, погнали, чё. Что поделать? Подожди, я же принёс тогда. Нет? А, да, то есть не сохранила? О боже. А, да. Правда, что ли? Я все это видел? Не, ну ты видел это? Нет, ты это видел? Ой, бля, да, я в шоках нахожусь. Что у нас там по узлам? Ничего нет вообще, ни узлов, ни хуя. И ни хпшки. Ну, погнали, что, надеюсь, будет чем там хпшка. Надеюсь, будет там сейчас хпшка, потому что она нам нужна очень сильно. Поехали. Бля, очень нужна хпшка здесь. Давай, конечно, мать. Так, я пока ничего тут активировать не буду. Давайте-ка мы сначала с вами все соберем. Тихо, тихо, блядь. Сначала все с вами соберем. Опа, хпшечка. Ай, блядь. Опа, исполняем. Все, больше ничего нету. Правда? Чего, блядь? Серьезно, больше ничего нету? Да ну нахуй. Охуенно. Так, ну не, нам пошить тогда что-нибудь продадим. Давайте тогда эту продадим. С вами винтовочку. Что она нам здесь не так нужна сейчас. Мы еще купим ее. Я вроде ее не прокачивал. Бля, это пиздец полный. Давай, резче, резче, пускай быстрее. Ой, блядь. Па-п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 а
Давайте плазменную энергию проводим с вами. Ой, что я сделал? Подожди. Плазменную энергию, плазменную винтовку. И купим с вами что? Верно. Купим с вами аптечечку и еще патрончики. Вот так, на всякий случай. Все, let's go. Ну, хотя бы, типа, нормально. Хотя бы две. Поехали. Там потому что будет жестко очень. Я видел. Я все видел вообще-то, блядь. Так, здесь точно больше ничего нету. Ну, поехали. Груз 8772 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема.
Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой. Опа, опа, опа. Ты сука. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Нет, блядь, не могу. Если хотим узнать, что нам ответили. Отстань. Давайте, монстр, что? Я вас тут жду. Давай, блядь. О, первый. Здорово. Второй. Плюс. Блядь, тихо, тихо. Это пизда, блядь, ребята. Это... отстань! Нет, забейте. Это забейте, забейте просто. Просто забейте. Подожди-ка. А что если? Подожди-ка. Значит, пес тут не прокачивает, да? Значит, пес тут не прокатит. 100% они прям очень быстро просто появляются. Их не успеваешь даже перебить. А что если мы возьмем с вами винтовку? Вместо пистолета. Давайте рассчитаем сейчас деньги. Вот, все. Если нет, то возьмем тот пулемет просто и все, и херачить их будем. Чего бы нет, блядь. 9000, бля, мне не хватит, да? Ну да, а на этот 7. Охуенно. Да, пробуем вот так вот с тобой сейчас. Бля, у нас 7 с тобой тысяч. Нам бы с тобой, конечно, сейчас. Бля. Ну ладно. Хотя бы так, давай сгоняем с тобой сейчас. Давай его прокачим. Прокачим, блядь, а? То прокачаем его на урон. Писи на винтов, конечно, блядь. Ой, блядь. А, да? Ну, охуенно, чё, блядь. Поехали. А, даже... А, смотри-ка, 70. На за... О, а, ну это хорошо очень даже. Я его рот ебал, погнали, блядь. Сейчас хотя будет полегче нам с вами. Намного легче. Все открыто, все открыто. Все, let's go, блядь, сразу же, блядь. Груз 8772. Поехали. Бля, где встать-то, нахуй? Маяк запущен. Обнаружен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Угу. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Обязательно. Давай, 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 иди сюда. Ну где ты, где ты, где ты, давай. Поехали. Раз. Этого херачим. Дай мне хоть что-то, блядь. А, души. Так. Вот этих нахуй. Вот этого нахуй. Бля, пизда. Это жестко. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Иди сюда. Не, забейте, я не знаю как. Честно. Я правда не знаю. Я правда не знаю как. Значит так. У нас с тобой что есть? У нас с тобой ничего нету, да? Правильно? Правильно. Пошли. Вон туда сначала.
Да, пошли, 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 пошли туда сейчас. Здесь узел. Аптека, плюс. Плазменная энергия. Пошли. Дай-ка посмотрим с тобой. Плазменный резак. У нас с тобой есть урон прокачанный уже. Это у нас перезарядка, это у нас скорость. Какая мы не трогаем его. Лазерная винтовка у нас есть с тобой. Что с тобой? Давай-ка здоровье еще ебанем. На, погнали. Думаю, это будет правильным. О! Раз, два, три, четыре, пять, ебать, шесть аж. Прикинь, шесть, блядь. И все, погнали там. Надеюсь, нам дадут для винтовки, блядь, нашей. Вот этой, блядь. Вот этой, блядь. Что-нибудь. Не, ну вы бы сразу сказали, что, типа, когда качаешь здоровье здесь у этого, блядь, у брони, то все нормально. Все хорошо становится сразу же. Поехали. Груз 8772 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Конечно, смотри, сначала этого стопим, этого стопим, вот этого херачим, потом тут стопим, этого херачим, потом вот тут стопим, если тут пройдет он, херачим этого, и все. Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Такой. Давай, давай, быстрее. Такой у меня нету. Ну уже. Что? Ну вот, конец-то. Поехали, давай. Стопим. Херачим вот этого. Где, давай, давай, давай еще. Стопим. Подожди. Стопим. Блять. Стопим. Пошли соберем лут с тобой. Собрали. Оп, собрали. Еще раз стопим. Этого херачим. Погнали. Блять. Могу застопить. Я хуй знаю, что с ними делать, ребят. Правда. Давай, блядь, алё, нахуй. Оп. Сюда, нахуй. Папочки, блядь, что ты? Давай. А ну давай, блядь. Что, давай? Давай! Раз на раз, что ты? А ты, сука, блядь, такая, смотри, что творит. На, ёбана, блядь. Ты, сука, такая. Блядь, вот. Ну, лаз просто остался обидно очень. Бля. Я знаю, что сделать. Давайте, пошлите.
Продадим сейчас винтовку. Лучше давайте ее продадим. Продадим винтовку, купим себе сейчас аптеки еще дополнительные. И все. Поехали. Так. Так, продаем винтовку. Извини, винтовочка, ну да. Но придется. 4750. А, мало аптечку покупаем, 100%. Можем еще одну купить, но я думаю, нам одной хватит. И сразу плазменную энергию машем. Погнали, блядь. У нас есть, если что? Мы прокачали же, да? А, мы прокачали X с вами, окей. Броню, то есть. Все, let's go, блядь. Let's go, товарищи, let's go. Так, давай, резче, 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 ёбана, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп, вот так прям. Булками шевели быстрее. Шевели, 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 быстрее, 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 быстрее. Здесь точно ничего больше нету? Бля, здесь вроде больше ничего даже такого нету. Погнали. Активирован режим карантина. Маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Давай, я тебя слышу. Давай, сука, давай. Ну, выходи. Баш на баш. Раз. Погнали вот этого. Раз. Стопим. Раз. Где еще один? Стопим. Застопили. Давай, блядь. Ты тупая хуйня, блядь. Так. Подбираем, подбираем. Перезаряжаемся. Все хорошо. Бля, даже не дали, суки, смотри, что. Давай, иди сюда, блядь. Дай-ка я его застоплю еще раз, блядь. Погнали вот так, баш на баш, блядь. Патроны, блядь, не тратит на него. Такая ты тварь, блядь. Все, это было, это реально изи, ребят. Это было очень изи. Просто надо было правильно их застопить, и все, блин. И все. Все, let's go. Нам обратно теперь идти. Оп, восполняем. Что у нас с вами? Патроны еще... Два патрона еще есть. Нормально. Нормально. Панель сначала эту восполним. Батарейку с вами. И пойдем. Не понял. Прикол. Подожди-ка, блядь. Сразу нахуй. Я потому что вот знаю вот эти вот ваши приколы. Знаете, мне это не прикольно вообще. О боже. Там батареечку надо вспомнить, и все, погнали отсюда. Да, но наверх я знаю все. Хочу вот эту батареечку сразу, ну, до полностью зафигачить все.
Все, байбашили сюда. Все, нам обратно так не максимально ехать. Да уж, да уж. Да уж. Бля, теперь у нас только с вами... У нас с вами только резак есть. Надо деньги, надо найти где-то деньги. Реально, бабло надо искать. Ну ты, блядь, тварь такая. Чего ты здесь делаешь, блядь? Давай, баш на баш, чё ты, блядь? Давай, баш на баш, я тебя разъебу, блядь. Тварь ты такая, блядь. Ну что, блядь? Я ж тебя, блядь, разъебу, мужик, блядь. Мы ж проехали, блядь. Ты все, блядь, до свидания, блядь. О, деньги. Спасибо за деньги. Нам сюда, да, нам сюда. Давай-ка мы с тобой сейчас сохранимся. Блядь, ну серьезно. Ну что, серьезно сейчас? Ой, блядь, да ну их нахуй. Мужик, пошли-ка они нахуй. Согласен? Я согласен. А, то есть не считается, да, что они на меня нападают? Ну ладно, нормально. Давай-ка мы с тобой одну купим и дальше будем копить уже на другое кое-что. Поехали отсюда. Отстаньте. Я с вами вот не разговариваю. Сразу перезаряжусь, блядь. А, 300, блядь. Все, блядь, 300 нахуй, до свидания, блядь. Ничего такого нет. Все, нам обратно. Вот и глава закончилась. Мы, кстати, подходим почти к финалу уже. Мы уже подходим с вами к финалу. Глава 7, шаг в пустоту. Завершено. Нам осталось всего лишь 3 главы, по факту. А, нет, 5. Еще 12 вроде. Сохраняемся. Блять, не пугай ты меня так. Ага. А может, здесь с вами были? Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Обязательно. Ага. Давно мы здесь с вами не были. Давай я еще одну куплю, ладно, уж. Ладно, все, теперь больше не буду, потому что надо копить. Бля, там же этот хуй какой-то здоровый, да? Блядь. А мне пофиг, бля, а мне пофиг. А мне пофиг. Бля, серьезно? Ты прикинь, я не могу даже их оббежать. Ваха. Поехали, чё. Нахуй, ну правда что ли?
Отсоси потом, проси. Бля, ждите. Правда? Бля, мне наверх надо, прикинь. Ну все, пизда. Пизда мне. Фу, не засчитала. Красавчик. Не засчитал. Чё тебе надо? Ты кто вообще, блядь, дядя? Дядя, ты кто вообще, блядь? Да ну их нахуй, серьезно, блядь? Бля, мужики, вы, блядь, серьезно, что ли, или что, блядь? Блядь, вы издеваетесь на мной? Даже выходить не могу, прикинь. Блядь, мне нужны патроны, блядь. Мне нужны патроны. Блядь, дай мне патроны-то, мужик, блядь. А-а-а, понятно. Блядь, не надо. А, их двое всего лишь, что, блядь. Понял. Петя, не надо. Прошу. Петя, не надо. Не надо, Петя. Я могу здесь пройти? Плюс патроны. Давай, что, блядь? Минус два сразу, блядь. Да вы серьезно? Блядь, у меня субпатрон нету, вы, блядь, издеваетесь нахуй? Да пизда, ребята, блядь. Ай. Да ну её нахуй. Тихо, блядь, подожди-ка нахуй. Серьезно, ребята. У меня патрон столько нету, повторяю, блядь. Ой, пизда, блядь. Вот он, блядь. Напал на меня, все, блядь. Сейчас, 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 сейчас. Короче, ребят, спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.